Республика готовится к 1 сентября, но карельская погода вносит свои изменения в программу праздника. Так, парад первоклассников перенесли из-за дождя. Колонна из детей, родителей и педагогов должна была пройти от улицы Пушкинская до площади Кирова в Петрозаводске. Праздничные программы «Первоклассная академия» и «Город моей мечты» на площади Кирова состоятся. Завтра День знаний отметят более 7800 первоклассников. Это на 500 человек больше, чем в прошлом году. Всего в Карелии сегодня собирают портфели более 72 тысяч школьников. Для них откроют двери 196 школ. Все они были признаны полностью готовыми к учебному году. До 2026 года власти планируют отремонтировать 70 школ по всей республике. Первоклассники в этом году получат от правительства школьные наборы со всем необходимым. Тетрадями, обложками, наборами линеек и письменных принадлежностей.